Так, всех приветствую. Сегодня у меня на канале распаковка журнала «Тачки». Сегодня ко мне поступил, точнее детям, вот такой вот формата. Написано два подарка. Насколько я понял, подарки вот эта машинка, Cruz Ramirez. Ну и, соответственно, журнал посвящен обычно Cruz машинке, которая здесь идет подарком. И, соответственно, наклейки. Сейчас их аккуратненько распакую. Дети не видят, что я чем этим занимаюсь. Так. Вот такой журнальчик. Вот такая машинка. Ну, тут они такие, средние машинки. Именно по качеству. Тачки изготовлены из пластмассы, без механизмов. Готовлены в Китае. Стандарту. Такие вот наклейки объемные. Кстати, очень классные наклеечки. Объемные, мягенькие. Был бы я худость, я бы просто радовался таким наклейкам. Тоже изготовлен в Китае. Состав ПВХ. Полистирол. Вот так вот. Дальше. Крутые виражи. Ну, я сказал, что посвящено этой машинке. Лихие маневры. Такая картинка впечатляет. Сам журнал предназначен для детей от нуля где-то до младшего школьного возраста. Заготовлен он там, выпуск 2 февраля 2019 года. Ну и посмотрим, что внутри. Так. Ну, на первой странице мы сразу видим тут такой ребус, или как это называется. Найди двух одинаковых, абсолютно одинаковых Микки. Задание. Такой Микки и веселые гонки. Не знаю, почему веселые гонки и почему здесь Микки. Ну и, как обычно, стандартная разукрашка. Раскрасить поярче. Насколько я понял, это вот такая же или нет? Да. Герой сегодняшнего выпуска. Cruz Ramirez. Так, идем дальше. Cruz Ramirez. Так, на первой странице здесь показано, рассказано про эту машинку. Откуда она, характер, ее опыт, особенности. Здесь ее биография, когда она победила на гонках, кто тренируется, ну и так далее. Ну и так. И тут задание опять. Здесь тоже просто задание. Ответы, как всегда, вот внизу. Игра, точнее, это игры. Игры с заданиями. Так, это, насколько я понял, комикс. Комикс из задания. Ну, комикс с заданиями. Да. Читать его не буду. У кого есть журнал, тот сам прочитает. Или кто кого-то интересует этот журнал. Так, продолжение. Как-то комикс называется. На старт, внимание, розыгрыш. В комиксе два задания. Конец. Так. Ну, опять-таки, задание. Посвящено. Чему? Наверное, этой. Тут, кстати, вот здесь вот они просто задания. Без всяких. Без главного героя почему-то. Я думаю, что посвящено как его. Cruz Ramirez нет. Так, дальше. О! Новый дизайн Cruz. Короче, надо раскрасить. Тут вот опять какое-то задание. Интересно. Постер. Выхлоп гараж. Еще не знаю, что это такое, но. Сейчас я покажу постер. Ну, вот так вот можно его вырезать и повесить над кроватью или кто там где вешает. Выхлоп гараж. Так, дальше что мы имеем? Так, игры. Вот такая-то игра. А это что? Комикс опять. Любят они комиксы здесь всякие составлять. Ну, тут комикс. А нет, с заданиями комикс. Я думал, здесь просто комикс. Так. Джексон Шторм. Картинки. Рисунки читателей. Тоже что ли, что-нибудь нарисовать, прислать? А, вот по адресу можно. Странно. В электронном виде. Вот так. Ладно, что мы имеем дальше? Странно, что игры-то нет у них. Стандартные. Кто быстрее? А, кто из них быстрее едет, надо угадать. Какая картинка внизу, точно похожа на картинку вверху. Тоже. Вот опять любимая некоторых игра.
Так, лабиринтик. Тоже в детстве любил играть в лабиринт, разгадывать. Забавно было. Дальше. Песчаный берег. Тоже типа комикса. Такой вот он. Красочный журнал. Это правило. Вот игра. На этот раз она какая-то странная игра. Мне кажется, оригинальная. Мало ходов. Что это надо сделать? Цель — закончить кувырок и перегнать. Ну, короче, кидать кубики и... Ну, она такая, наверное, очень быстрая, не знаю. Может познакомиться. Сейчас я резко настрою. Так, правило. Запомнить можете, посмотреть. Дальше. О! Коробочка для машинок. Вот, можно сделать задание, поделку. Да. Поделку, вот такую вот коробочку. Я не знаю, сколько здесь машинок улезет. Мне кажется, 3 или 2 таких вот надо поместится. Вот, такой журнал. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду еще обозревать всякие такие интересные штучки. Опять же говорю, журнал для детей. Взрослым он, вот по сравнению с фиксиками. Фиксики, да, можно что-то почитать, Шкин лес. А тачки он такой чисто детский. Сказать на любителя. Ну, детям нравится. Все. Всем удачи.